Дорогие друзья, заселяемся. Покажу вам сразу номерок. Номерок большой. У нас своя территория. Сад тоже свой. Когда мечтала в таком месте пожить, покажу, что нам предоставили. Все средства. Фейри, все-все полностью. Для мытья посуды, пакеты, губки. Здесь у нас мойка. Всю посуду предоставили. Это, дорогие друзья, частный сектор. Сняли мы его на месяц. Витязева чайник, доска. Здесь полплиточка. Входная группа. Живем мы здесь одни. Смотрите, как красиво зеркало. Вообще прям. Свет везде работает. Освещение прекрасное. Кондиционер работает. Есть телевизор, Wi-Fi. Резное такое зеркало. Плита с духовкой. Вытяжка. Здесь чайничек есть. Это все сюда относится. Прям очень нам понравилось. Много розеток. Посуда вся полностью. Ну, прям все есть. Это частный сектор. Здесь плита. Смотрите, какое хорошее место. Нам очень понравилось. Здесь очень тихо. 4 спальных места. Постельное белье. Все нам предоставили. Только заехали. Приняли нас даже раньше. Wi-Fi бесплатный. Холодильник большущий стоит. С морозилкой. Шкаф. Утюг. Гладильная доска. Смотрите, много вешалок. Прям очень нам понравилось. Ну и покажу вам туалет. Что есть? Здесь можно высушить ваше белье. Множество розеток. Большая душевая. Напор хороший. Зона кухни своя. Ну и сейчас еще покажу вам двор. И как отсюда доехать до пляжа. Отсюда можно доехать до 14 маршрутки, либо на 23 маршруте сразу до пляжика. Нам очень понравилось. Мы целенаправленно выбирали это место. Разрешили пользоваться садом. Такая территория у нас. Ну и спросите, сколько это стоит? Стоит такой номерок 1800 в сутки на четверых. 450 рублей мы заплатили в сутки. Территорию. Здесь беседка. Здесь небольшой садик. Можно отдыхать. Есть кресло-качалочка. Разрешили здесь нам гулять. Фрукты тоже можно срывать. Это частный сектор. Смотрите, какая красота. Мне очень понравилось. Есть душ, есть банька. Очень большой участок. Ну, сейчас вам покажу дорогу. Сколько у меня займет. До моря. Находимся мы в Витязево. Улица Южная, 3. На четверых
1800 рублей. Можно отсюда доехать на 23-м, а также на 114-м. Остановка в Шагалой. Ну и смотрим дальше, как выглядит дом с улицы. Все соответствует заявленному. Сейчас мы с вами пройдемся до... Смотрите, какая красота, не могу мимо пройти. Что это? Такой запах. И тут же роз, куст. Такая красота. Вообще шикардос. Там еще мама у ней, да? Вот 114-я маршруточка проехала. Красиво. Мне все нравится. Я думала, хотела бы жить в таком частном секторе. Курочки. Виноград. Покажу вам сейчас. Скоро его можно будет уже есть. Как красиво смотрится. Прям вообще прекрасно. Но они везде растут. Да, они растут везде здесь. Ну, мы сейчас с вами дойдем до 23-го маршрута. Выворачиваем сразу же направо. И решили дойти до 23-го, чтобы доехать сразу же до пляжа. Вот остановка. Место красивое. Мне очень понравилось. Давно мечтала пожить в частном секторе. Ну и тем более цена 1800. Улица Афинская. Это, я думаю... Великолепный бонус. А как здесь пахнет? А пахнет здесь просто изумительнейше. Посмотрите, что делается вокруг. Видео у меня лайтовые в основной своей массе. Дорога здесь хорошая. Ну, не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал. Татьяна Деревенько. Смотрим дальше. Доедем сейчас с вами вместе до пляжа. Ну и до... Мы приехали сюда на 23-м. Стоимость проезда 35. Все убегают из моря. Покажу вам. Море просто холоднющее. Я в шоке. Посмотрите, все люди убегают с моря. Ну и есть вкрапление... Медуз. Здесь какое-то просто. Море просто холоднючее. Невозможно даже сюда зайти. Море остыло. Море очень холодное. Вот зашла. Больше не могу дальше зайти. Все убегают с пляжа. Это таз, ребята. Ну и следите за моим видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал Татьяна Деревенько. И другими способами также поддерживайте.